побил козе. В шапке в профиле. Мои контакты. Не умею. Окче. Почему у меня постоянно моя аватарка на этот ставится кринжовая? Ну тупой Google, почему он у меня иногда просто не работает? Что за дерьмо? Я в Казахстане живу, дебил. Хорошо. Я нашел, что на превью вас. Ап икс. Спасибо, мужики. У меня два... У меня два паука в команде. Якобс Монархии и Георгий. А пошлите вы в задницу, я буду с ботами стоять, перестреливаться, поняли? Блин. Ой, блядь, я в телефон залипал. Не залипайте в телефон за рулем. Боже, кусок бесполезного дерьма. Я их и словить нормально не могу, потому что они втроем меня кружат. Ну вот я одного словил, альпесин, и у меня в жопе другой. Спашу, спашу. В кабину его, в кабину. На, ёб твою мать, наконец-то. Хотя бы. Да, посмотри, они меня раздевают, кошмар. Он на меня залез, кусок инвалида. А нет. Ну тупорылый Георгий, помоги мне. Да, в коробочку его, пупсик. Смотри, Георгий его в коробку зажал вместе со мной. Легенда, обалдеть, спасибо за детство. Блин, я не могу в чат посмотреть. Какого хрена? А, он сверху. Ну и сражайся с ним сам. А я в чате. И кто этот один зритель? Действительно, кто за Ир? Обалдеть, очень приятно. У меня 50 киллов. Если... О, встал по утрам. О, да. Я легенда, просто съел все. О, надувной мамонт сколько стоит? 8800. О, просит как настоящий. Надо купить еще 50. Сколько она обычно стоит? Ее-то можно я мастодонта скрафчу? А нет, что?
5 миллиардов. А второй второй зритель это я, потому что я смотрю, что ты пишешь с телефона только. У меня телефон прям под глазами, под губой. Смотри, у него ник. У чувака никнейм Сэп против зомби. Ну, это Сэп против зомби. Гаси орков. Хамах. Хамон. Удахва. Ну вы жирные ховеры, кто вас родил? Дайте я танкану. Да, вижу, вижу, все, я развернулся. Все, идите в задницу, я пошел вниз, короче, мне надоели. Смотрите, видите, проход. Я пойду бота лучше убью. Да, я у Оливера пошел убивать, он опаснее всех, у него бочки, он меня загасит. Этот, да, он на своего бота залез. Блин, но бот реально опаснее. А, сука, придется этого дебила словить. Сейчас я его в кабину загашу. У меня в жопе 50 брутус брейкеров. На отсосе. Я вижу. Просто гомункулы. Давай Оливьеру в жопу. Ой. Он тебя не увидел. Отличная идея по колесам. Там вон везде еще один, сейчас справа будет. Ну выиграли же. А в пятером. Вот это очки. Мне изнасиловало 3 брейкера и поркупайн. Что у меня есть? А, я Кайзи еще хотел все переделать, но мне было лень вчера. О да, я обожаю эту машину, вчера делал всю ночь, нахрен. Ой, я кринжануть хочу. Это моя лучшая сборка. Пусть Пашка включит голос на стриме. Паша, включи голос на стриме. Все равно Заир один тебя слышит. Паша, включи, все равно только Заир тебя слышит. Вай. Заир у Паши комплексы. Давайте поможем Паше избавиться от комплекса. Шкварки свиные. Я хочу свиные шкварки. Нет, нет, я не понимаю, боюсь. Смотрите, у Эмили золотая рамка, а внутри... Да, скажи, новая карта. У нас мой этот... Это моя французская тезка, Пауль. Пауль? И что нам делать? Смотри, я один не перебрею. Я легенда. О-о-о-о. Ну... Класс, ой, ты тоже даун, как я! Ёта! Охренеть, смотри, мы почти идентичные. Так он на выставку. Охренеть, ёт, я хочу жениться. О, дробы сзади, люди. О, еще в бочине будет. Помоги,
Ну, у меня один крушитель остался, конечно. Лучше развернись, скажешь. Это я его убью. У меня лагает, кринж. Я вот съем, вот дурак упоролся, но ты глупый парень. Я помогу. Все. Я помогу один крушитель. Ой, я пойду бота убью. Окей, у меня бот. Блин, у меня лагает. Пойду убью Тайфуна. Ой, йота горит. А у меня крафт сам по себе управляется, кусок говна. А там рычаги, короче, я путаю, я еще не привык. Трамвай как-никак. Я Оливию убил лучше, так интересно. А, и у меня крафт сам полетел. Рычаги, ну вот капец вообще. Заржавело все говно. Смотри, за РМС Йота и братья Дауны. Хорошая идея, кстати, спереди эту гусь ставить. Наверное, украду у тебя. Ой, все, меня Тайфун выбрал. У тебя гусеница спереди стоит, это хорошо. Потому что вот когда мне собаки в морду заходят, они мне подбородок жгут. А у тебя гусы спереди, надо как тебя сделать. Он здесь в инвизе. Выбиваю. У меня, кстати, 10 лап. Завидуй. Не люби. Сейчас посмотрим. Давай на твой контент посмотрим. У меня плюс чоберг стоит, у меня 40% резист. Так, кто не нажмет готов, расстреляю. Можете, пожалуйста, выйти из боя? У меня еще два отвала стоит. Ну то есть паровозный и ГСАН. А, кома выполнить, если можно запороть. Да, 4800. А у тебя? Крутой, крутой. У тебя оберег стоит? Оберег есть? Да. Тромбом. Тромбон. Макдональд Трамп. У тебя... А. Да, я даун. Лап против всяких жанов. О, новые игроки. Что это? То есть 8 это 8. Naked. Naked. Они голые? Naked.
Нуды... А, блядь, я дал. Нуды да голый. Я просто вчера посмотрел несколько видео. Можно их. Почему у меня третий человек на стриме появился? Кто это может быть? Было бы смешно, если бы тебя прям взорвали. Охренеть, мне просто бот в кабину пихает, а я этот не могу двигать крафтом. У меня реально там рычагило. Там горенка. Уже пишишки. Этот идиот. Идиот. Я его припарковал, смотрите. Просто припарковал. Ой, бедная собачка. Я лучше бота убью, он более опасен. Он мне в кабину швыряет. Это неприятно. И плевать на карателя там летучего, да. Джейбой. Кисаем его. Ай, опять виснет говно, нет. А, вам там помощь, да, кажется, нужна? Я просто не смотрю на карту. Вот, тебе кажется. Да я его съем. Привет. О! Неправда, это фича. Специально, чтобы люди научились интересные крафты строить. А не вот это всякое говно с кабиной сбоку. Ладно, на самом деле это реально ужасная проблема. Но с другой стороны, это круто, чтобы крафты другие были на нем. Там перк должен быть вообще неограниченным. То есть, чтобы пытались там делать по 6000 хп, по 7 вот так вот. Чего? Я тебя нихера не слышу из-за того, что там Паша ковыряется в говне. У меня 14 уровень. О! Новые люди! Ой, смотрите, я одного врага вижу. Единственного. Он исчез, Аня. Нет, вот, я на него поставлю. Ближе всех палит команду свою. Пожалуйтесь. Сейчас не знаю, что спавнный телефон прожимает. Просто какой я большой. Орландо, пошли вместе быть, ёб твою мать, рычаги ржавы. Всё. Слезай. ЕК микро тебе потише надо сделать на стриме. Наоборот, мне кажется, я лучше йоту погромче сделаю. Это... А, где труп? Кошмар, йоту пушит. Да, я нормально ходить не могу, мог. Мне лагает. А, обалдеть. Что это за валах? Ну подвинься, жирный. Он меня лагает. У меня тоже люто лагает, охренеть. У меня машинист сошел с ума и решил сам управлять крафтом. Поверни карателя, кроме. Сделай так, чтобы тебя было слышно. Ничего себе. А на стриме? Я в карателя полетел. Каратель с одним. Каратель бритый. Ну привет. Нога.
Барби, посмотрите, какой классный парень. Охренеть, он мне прям по карателю через мою дырочку, Супер этот, сотня. сзади в броне. Какой крутой. Может, реально повыше задрать? Какой там фигня занимается, всех побрил. Пока мы тут момо чешем. Йота, Тойота. Кстати, подождите. Мне не понравилось, что мне через дырку в жопу попали в каратель. Ты что-то знаешь. Насрать. В карман. Сейчас я сверну экран. Ой, игру. На экран тоже можно. Йота. Громкость. Так вот у меня Йота все на фул теперь. Ёпта мать, что за... Лекарство? Смотрите, там чел в клане папа. У него никнейм Кросс. Чуваки в папе сидят. Я только глухо заехал. Я... Это упоролся. Готово, поймал. Да! Да разлом. Должен у себя включить голос на стриме, как Пашка это сделал. Стоп, чего? Подожди. Паша, у тебя же выключен голос на стриме, и тебя не слышно, да? А, включил. А, ты включил? А Йота у тебя же, ну, обязана включена быть. Да? Да. А Зверь говорит, что тебя не слышно. Дурак ты. Йота, Абобус. Нет, давай Брутус Брейкер, ну блин, жирные обоба. О, боже, если я зачем за... Охренеть, этот жирный дурак меня прижал. А, нет, все. Кто, кого пушит? Я спасу тебя, только через 5 лет, и мне еще разогнаться надо. Так, я пока просто швыряю, не знаю, кто это, что это. А, он умер. А, да? Чё ты их выбрил? Смотри, я его припарковал, как смешно, видал? Это я этот... Такси де Марселла. Или так? А у тебя 3 карателя? Пунишор. Оставь Аврору, все равно тебе здесь некому тебя брить. А вообще купите все жницы. Что паритесь? На жнецах еще неплохо так очков отваливает на самом деле. У нас Борис каждый бой по. Каждый КВшный бой по 3000 очков фармит. Чего? Зверь, оцени описание, самое крутое, самое классное. Делал его 10 минут через переводчик. А потом писал здесь символы, искал. Моя голда. Она вся ушла на второй Аполлон, смотри. А, ёпт, я его не скрафтил. Ну, короче, я его скрафчу, вот смотри. А, где он? Вот. Мне не хватает, получается, электроники, медь не беда, типа соточка всего лишь. За электроника буду ходить, а потом денег нафармлю и куплю. Потом я заказываю сейчас мучитель, чтобы всякое говно жирное пилить, в которое я случайно упрюсь, как обычно. Потом на вертикалку. Искра, 2 комбайна. Вот. Было 25 тысяч. Все, их нет. Они теперь у меня на складе.
Это самый крутой паук на Диком Западе. Возможно. Уже перебили, спасибо. И это что мы делаем? А, хорошо. Смотри, имба. Задонатить стримеру. Нет, нельзя. Если я когда-нибудь найду то, что я бы хотел вести на канале, если бы я грамотно начинал заниматься, тогда, возможно, бы и впихнул донат. Кроссаут — это не то, что надо вести на канале. С ними ты ни хрена не поднимешься. Надо быть каким-нибудь чейнсовым, чтобы делать каждый день видео о том, как я разбираю тайфун и все. Да. Ужас. Забрать три потрошителя. Почему он это на видео? А, нет, он снял это на видео и кому-то скинул, но не на YouTube. Да? Нет, Ек просто молчит. Паша, скажи что-то. Паша ничего не говорит, он умер. И не будет новые игроки или нет? А, нет, сказал. А у Йоты флюте. Флюте — это... это бокал для... чего? Для вина игристого, кажется. Вот он нас точно оттарабанит. Давай, флюте, тащи, давай. Нахрена тебе Mercedes-Benz? Он, ну, смотри, по жопу. Зачем тебе шкура дерна, блядь? Поймали, падлу. Сейчас ручник нажму, вы все умрете. А зачем ему... смотрите, что Хелен творит с ховерами. Обалдеть. Они что, так умеют? Ну я застрял в какую-то жердею. Это твои флейт? О, ни хрена себе. Ладно, беру свои слова и засовываю в Йоту. Я смог убить этого бота. О, черт. Он мне стрельнул прямо в отвал, потому что мне ничего не отвалилось, либо кабин. Охренеть. Вот тут дробыш. Тут София, мужики, она еще опаснее, если что. На минуточку. Паша на него залезет. Да. Он горит. Я его отсосу. Нет, хорошо. Одной ракетой, ты чё, Бобус? Там каратель. Альпесин, иди сюда, падла, я побрю мне машине. Я пойду в Альпесин. Ой, апельсин. Он Альпесин. Нахрена такие сложные ники сделать? Я заехал мастодонта. Хочу мастодонты. Вот запомните мои слова. Когда я куплю мастодонты, я куплю еще 6 монелок, мясорубку и сделаю ботовский крафт. Потом буду ходить на нем в КВ. Ладно, не в КВ. Иду в тайфун. Уфрейды, да. И переименуюсь в этого, в ник Адам. Томпсон Моран. Плюс 100-500. Но я вам почти в кабину, не я, меня.
За один выстрел все меня оторвал. Спасибо, парень. Иди сюда, засранец. Сегодня Хелен как-то им будет. Обалдеть, она уже 50 хойров лопнула. Не то, что я. Была бы у меня такая Хелен, я бы не женил. Шкуры. Шкура фас. Да я просто за укрытиями ходил. Да, полфлейта. Эгида имба, собери левика на... Нахрен тебе качана эгида. Да, а че она вообще там качается? Ну, ты анальный вопрос, конечно. И сколько время действия добавило? 5 лет. Секунду? А, как инвиз, лучше бы на перезарядку, да, пул? Ну, типа, мне кажется, лучше на перезарядку, у меня инвиз на секунду, ничего нет. Создает сферическое защитное поле, поглощающее любой урон от быстро летящих объектов и потоков энергии. Она имеет пониженную устойчивость ко взрывному урону и не скрывается генераторами невидимости. Может, скорпион энергии собрать? Ой, защитное поле требует много энергии. Поэтому время работы установленных модулей и вида проекта 30%. Эффект суммируется. А что так дорого стоит? Нельзя нормально. Кринж. У тебя огромный. Игорарат, мужики. Можно сегодня вертикалку возьму? Рофл пошел. Нахуй. Но у нас есть рай. А на чем Игорь рад? У нас 4 бота. У нас появился Метис. Матиз. Давайте купим. Давайте скинемся все вчетвером втроем на Матиз. Поедем в Алтай и будем отдыхать. Да. Еще на газу желательно. Денег-то немного. Звучит как самое лучшее предложение в моей жизни. Ты выйдешь за меня? Ой, ну пока не. Конец. Боже, там этот... Это Брутус называется, кажется, или чё? Да. Это отбойный молоток. А, брейкер! Ты вообще видел этот... превью стрима у Дирханда? Там формула какая-то. На доске. На мне. Там бачка, каратель еще и деструктор хуй. Формула 1. А у Игора Рада во рту бочку взорвал. Смотрите, мы тащим, я почти Лизу убил. Ну и деструктора полетел. Лиза, кстати, будет опаснее, чем все они, она более домашняя. Сколько тут вулканов? Ой, я даун. Этот Келли вообще бессмертный. Я ему один каратель оторвал, он на месте стоит. За один залп всю броню мне снял кусок дауна, не подбежайся ко мне.
Какого хрена? Неужели Все, Майнкрафт рабочий имба? побил, меня это все убивает. Паша, заедь на келе нахрен, она тут крутая Я какая-то. заехал, я на капкана. Я просто ей карателя надамажил, и меня херачит У него этот на все деструктор, блядь. искряется, убей его. У меня 61 кг, Я не у меня могу, у меня 200. деструктор мутузит просто здесь. У меня они просто все искряются. У него гоблин спереди все стоит. Нормально так. Ну смотри, что это даун делает. А, привет, игрорат. Лучше бы я насрал просто в карман ему. Да законтрил меня втроем. Просто я поворачиваюсь направо, пытаюсь брить карателя, и мне херачит деструктор. Поворачиваюсь налево, у меня в жопе игрорат. Конечно, я еще запорный. Я бы сейчас, конечно. Да. Йода, закажи мне суши. Может, тебе еще карту скинуть? О, Паша, поехали, поехали на сцепке. Не хочу эту сцепку. Не, ну давай. Типа, я так решаю, ты этот не скажешь. Ну, странная, Паша. Меня уже тошнит от ее вида просто. Поехали. Нет, Паша. О, да, я постоянно этот кружок вспоминаю, он такой крутой. Ладно, я на тушенке поеду. Ну что вы знаете о бесполезности сейчас? Дайте мне минутку на секунду. Сейчас, мужики. Да что вы знаете о знаниях? Насрать. Сюда просто лепим бампер рандомный, нахер надо париться. Интересно. Наверное, еще пониже желательно. А, нельзя, насрать. Сейчас, секунду. Да подожди. Да что вы знаете? Ничего. Сперма? Подожди. Боже, какой мужчина. Рассказать гайд, как быть самым бесполезным. Нет, нет. Так, Йота, тебе нужен гайд? Да, или ты без него справляешься? Сплавляюсь. Ты что, гей? Чего? Кто это такой вообще нахрен? Амфиротик? Да пригласи его сюда, дебил. Туда его. Пригласи его сюда. What? VL Е, А, Д. Не знаю, он чё тупой? Гей, давай.
Я такой хороший. Нет. Нет. Чат. По наследству. О, сейчас Пашу 5 лет искать буду. Сейчас смотрите. А нет, не 5 лет. Не, зачем? Я Смотрите. написал. Не, нет, я тебя все равно найду. Я тебя нашел. Пригласить в пупу. А я тебе кабачок. Куда? Гиев. Ой, сэмплируй. Поехали за проводами. Эротик. Что вы знаете о легендарности? Чего? Крейзи. Стрим. Ничего. Охренеть. Добавляй. Нет, ну то есть он не согласен. Потому что я кинул только один попыт. Надо говорить, добавляй. Нет. Видите, как я щелкаю? Видите, как я щелкаю? Опыт такой. Олег. Олег. Прожимаемся, мужики. Упор лежа. Я даун, я горжусь этим. Вот это полный будет, Кейти. Киньте Самфиротику лайк, а то он подумает, что мы уроды просто кончены. Олегу пизды дайте. А я косой кадаун, кошмар. Кадавр, я кадавр. Не бред. Ну, я сейчас выберу. Меня бреют. Ну так вот делаешь. Ну, ну там каратель. А, у меня перк на вам не, на вас не работает. Я типа чисто для себя его запускаю. У меня Эмили к стене прижала, парни. Это кошмар. Да. На секунду. Вот конченый деконструктор, я тебя уничтожу нахрен. Я порву тебе задницу. Все. А на флетах он что, да он нахрена к вам приперся? Даже я по нему попадаю, мужики. Да и меня он сейчас убьет.
Где карать? 3500. Не знаю. Да, он их. Меня флетали. Вы моторники просто. Он меня этим убил, деструктором. Короче, если он меня еще раз убьет, я кикну вас с клана. Чего у него такой даунский крафт? Кто его придумал? Расстрелять. Ну, говно такой. А чего у него реально крафт дебильный такой? У него в жопе локти, смотри. Вот, посмотри на эти локти. Чё за даунский крафт реально? Не, имбовый крафт. Забираем свои слова обратно. Сейчас он по боза выиграет, ряд. Я покупаю бигфута и 4 затворника. Куда он швыряет вообще, а? Еда. Так, кстати, иногда делают, я видел по видео некоторым. Все, смерть. Блин, я так на ховера хочу поиграть. Кстати, ховера развелись, что-то мне не нравится, это надо исправлять. Так, сейчас. Минуточку, на секундочку. Пилораму возьму. Поехали. С Владивостока на марке. Быстрее, 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 быстрее. Почему Ланселот не готов? Все, доступ закрыт. У кого закроется доступ, тот дурак. Чисто один по фанте. Такие серьезные крафты взяли. А че у него доступ закрыт? Он что, идиот? Да. Йота, исправляй. Заставляет говорить? Боже мой, что? Паша, тебя лагает. У меня самая лучшая вертикалка. Нет, я сам сделал. Смотри, Йота, у меня здесь получилось так много лишних деталей. То есть их, по сути, здесь 6 лишних. Но я просто напихал всяких деталек, украшений легких, типа таких пластиковых, я не знаю. У меня еще 2 вопросительных знака на лафетах танкующих. 4, а как это говно называется? Гидролиния или что это? Плоское дерьмо. Адаптер гидросистем, 4 штуки. Я знаю, но не на этом крафте. Нет, ну я их относительно грамотно поставил там, но не от пушек, наверное. А, Гил, привет. Мы в тусовке, да. Называется Chevrolet Cobalt. Заходи. А кстати, сколько у нас настроя в Кобальте? Четвертый пойдет. Водила Гил будет, а. О! Я надеюсь, Гил, ты на хуэрах? А, он, наверное, со стрима свалил. Падла. Посмотрите, это какое крутое просто. Оближи мое ухо. Вот. Флаг имба, я сам его сконструировал. С
просто сидел и рисовал. Я самый крутой. Ненвис. Говорит, возможно, без деструктора, он на ховере каша. Идиот, зачем лопнул? У меня Я гривостар. только к нему приехал. Ой, мне жопу порвали чуть-чуть. Помогите мне гривостар. Привет, сладкий. Я его развернул нахрен. Нахрена У ему него Аврора? Авроры и два гривостара. У него дрон, чувак. Это все. У него Авроры. Спасибо вам. Если бы не вы, я бы его убил. Что он? Что? Крутой. Времени нет, ищем последнего. Ничего себе. Что? Ты его сглазил. Get jinxed. Но... Ну привет. Блин. Но... У меня флаг не оторвали. Короче, если мне флаг отрывают, я сразу прижимаюсь. Против босса. 20. Мне, пожалуйста, креветки. О, у меня некроз в гараже катается. Вернись, легенда. Боже. Че ты ржешь? Ты сейчас как робот. Ты короче как робот сейчас прям такой. Бунга. Представляете, у меня на левике два карателя стоит. Да-да. Надо птур купить, кстати. Чё он тебе не в кай... Не для... Нельзя продать? Молчу. Да, Паша, купим птуры и... Давай цепку на птурах, Паш. Давай. Сколько птур стоит? Давай посмотрю. Но в том... Где-то используется. В Вереске. Ой. А, 963 можно заказать, нормально. 963 заказать? Да. Так дорого. Ну, потому что вереск. Даже я. Кто не играл на птуре? Потому что клановые войны не начались. Отсос. Мне через, так, получается, будет час. Через 6 часов идти в аптеку, чтобы мне поставили укол. Ну, да, конечно, с этой. Опять крушить. Боже, я только вертикалку взял, ну боже мой. Боже, один гил на это. Который на сранче, наверное. Один гил и 7 негров. О, бочка. Porcupine. Что-то полезное. Че оно у него такая бочка? Я... Все люди, которые играют на бочках, в основном имеют даунский крафт. Это просто поголовно. Это факт. Да. Они летят, они летят. Да потому что, когда на бочке играешь, у тебя мозг тупеет. Ты видишь постоянно, как эта бочка выкатывается? О, блин, а мне не тренился. Они идут. Иди сюда. Спрыгнул. Пупсик мой, гилп. Чего их так мало тогда?
Гилб, ну не уходи от меня, ты же знаешь, чем это все закончится. Да, да, Гилб. Помогите нам. У меня тут два дробовика. Да, я Гилпа убил, и у меня все комбайны отвалились. А он чем был? Он на саранче, он первый раз мне комбайн просто оторвал, второй раз я ему генератор лопнул, он отвалился. Одноразовая вертикалка просто. Ненавижу комбайн. За какой-нибудь... Он за тебя жердяй едет. Ой, ёпта мать. Сейчас я ему сломаю этого дрона. Все, давай, давай. Ты сейчас исправишь. Да, я говорю, хочу искре, нет? Я... Все, туда его нахрен. Как у тебя сейчас лагает, Паш? Да, жестко лагает. Я подумал. Весь. Так, ну я убил Гилпа, в принципе, можно было уходить рано. Птур можно скрафтить? Птур, да, можно скрафтить у степных волков. Мне кажется, его проще скрафтить. Ух, хочу Таню Волкову. Хочу мое имя. Ой, я только вспомнил, что у меня этот репетитор по-английскому зовут Таня. Тетя Таня. Чего? Ненавижу. Скажи, я это дебил. Я сразу думаю, что человек даун. Не, ну, в принципе, это и правда. Короче, когда говоришь, что ты английский учишь, тебя по-любому какой-нибудь даун спросит, скажи что-то на английском. И сразу говорю такой, ну, капец, он даун. Вот я думаю, что чтобы отвечать такие моменты, надо какое-то крутое слово сказать. Ты знал, что... А! Такие моменты надо быть уверенным. Я относительно недавно полностью посмотрел Аркейн. Знаете этот сериал? Йода, ты не знаешь? Оп, твою мать. Короче, есть игра Лига Легенд, я в нее не играю. Но по ней вышел сериал тоже относительно недавно. Вот он получился охрененный просто. Вот, и там был персонаж, которого, ну, по итогу будут зовут... По итогу её зовут Джинкс. Ты покупаешь что-то? Вот, а Джинкс с английского переводится как «сглазить». Прикинь? Вот, и по сюжету там у нее постоянно какие-то неудачи, постоянно там говорят, ой, из-за нее мы, там, нам не везет, мы там всираем задания. И вот, и у нее имя такое «Джинкс, сглазить», я охренел просто. Это так круто. Так продумано. Так, Паша, ты купишь Птур? Нет. А, да, куплю. Но... Когда у меня деньги появятся. Против нас СССР, надо его развалить нахрен просто. Казахстан обрел независимость. А, кстати, вот таких даунских светляков, как у СССР, как у Степана, как у Колямбы, я могу распилить прям в лоб. Оливия, давай, двигай жопой, красотка. О боже мой, Олег, ну ты такой классный. Учитесь. Давай я тебя держу, Олежку. Просто Олежек. Олежек. Он мне сейчас комбайны оторвет все нахрен, он слишком крут. Он мне оторвал комбайны все, я его искру убью сейчас. Я убил его искрой. Почему мне комбайны отрывают, говно? Что они у тебя там стоят вроде как на одном бампере и на чем еще там? На локте. На локоть снизу, бампер сверху. Нет, это самое стандартное крепление для комбайнов. Да? Да.
Видишь, у меня локоть целый остался, типа, у меня бы комбайн сейчас держался, мне их просто так отрывает. Почему планку Сюда. держит спокойно? Да, я сегодня. Блин, у меня лагает. Можно мне на КВ также, когда вертикалку возьму? Да, и чтобы не полагало параллельно. О! Почему на таких имбовых оружиях, как жнец и бочки? Назад. Это может вы нажмете готов? Был бы я Ким Чен Ыном, я бы все страны взорвал, кроме своей. И натирал бы себе соски. По приколу такой пранк какашки. Нажимаешь и убегаешь. Нет, а что им мешает это сделать? Просто вот, допустим, у меня есть бункер, сейчас все страны, ну где-то вот война идет, где-то вот мирно сидят, ни хера не делают. Я такой, мне скучно, нажму на кнопку и бегу резко в бункер. И, типа, и другие страны это увидят, они видят, что я дебил запустил ракеты, и такие, ну нам нечего делать, мы тоже запустим ракеты, и просто хаос устроить за одну секунду. Что мешает это сделать? Я бы так делал. Везде камеры расставить? Просто своих чуваков отправить, чтобы они камеры расставили и посмотреть, как это взрывается. А, или нет, прикинь, ты состарился, тебе вот завтра умирать буквально. Вот просто напоследок кино устроить. Все равно ты же умрешь. И типа, все, ты дальше ничего не будешь видеть. Пусть все не видят твари нахрен. Вот Коди можно взорвать. Я его никнейм не вижу из-за этого фона баннера тупого. Орангутанг. Четырех класс. Кого-то уже взрывает по звукам, я слышу. Есть, кстати, в рандоме чувак на ураганах, у него Гермес один стоит. Вам тоже свет. Наш этот... Да ты сам меня прикрыл. Нет, я не успел его потрогать, красавчик. Я Степану хочу в жопу залезть. Чтобы мало не показалось. А, у меня лагает жестко. А нет, я все-таки зашел ему в задницу, охренеть. Под лагами просто. Под сподливой. Все, говно твоя собака, чувак, продавай. Так. Я вижу, у вас там потасовка смачная, я пойду лучше в сторону йоты, там интереснее, кажется. Ну да. Кто не спрятался, я не виноват. Ух ты! Так, я порвал жопу Степану. Порвал жопу Степану.
Сколько клан стоило создать? Чё-то я не забыл уже. А. Я единственный, 22 боя. Так, почему не пилорама моя не в КВ? Вот туда ее. Он каждый бой крафта менять будет. Негодяй. Клан негодяев. Маствин, Маствин. Я котик, ты котик. Чё, вот нахрена белые баннеры ставить? Я вообще ника не вижу. О, ходячий мертвец 007. Надо его убить. Что это? А, деконструктор. Классно, классно. Зашибись, тусовка порвалась. Отлично. Я теперь никого не слышу. Так, сейчас этот парень оттуда уедет. О, да, еще полагай. О, ёб твою ногу. Окей, я тебя... Нет, нет, лавина, не надо, нет, сейчас второй комбайн от... О, боже, ну что это за Крис ГГ? Еще три шестерки, ну, конечно, крутой парень, крутой. Спасибо, оставил меня одну искру, бедную, несчастную. Теперь ничего. Отлично, я дошел. В принципе, был шанс карпа убить, если бы не этот дурачок. На тебе, пала. О. Прожимайся, ее, то у тебя нет шансов. Ладно, с таким говноинетом, пожалуй, стоит вырубить стрим. Так. Стройки.